Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать до последнего украинца. Накачивает его оружием, военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов США. В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2500 иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства. Все это приводит к эскалации конфликта и затягивает его. Помимо этого, НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение.